Всем привет! Сегодня готовлю вкусное простое блюдо – оладушки из овощной замороженной смеси. Такой рецепт очень удобен для завтрака, так как готовится быстро и легко, а получается необычно ароматным и полезным блюдом. Одну мелко нарезанную луковицу обжариваем до полуготовности. Добавляем промытую в теплой воде овощную смесь. Солим, перчим, доводим до готовности и даем остыть. Добавляем одно яйцо, 1 столовую ложку сметаны, 1 или 2 столовых ложки муки, любимые приправы и все хорошо перемешиваем. Выкладываем на сковороду, смазанную растительным маслом, и обжариваем с одной стороны до золотистой корочки. Затем переворачиваем и обжариваем до готовности. Получаются вот такие аппетитные, ароматные, вкусные оладушки, которые очень понравятся вашим родным и близким. По желанию можно добавить в рецепт грибы или немного фарша. А также они просто очень вкусные со сметаной. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!